уже не первый год пытается стать культурной столицей Юга Сибири, но наш сегодняшний гость считает, что это не очень-то и получается, а вместо культурной столицы в самую пору Барнаул называть криминальной. Что стоит на пути столичных амбиций? Неудобный вопрос адресуем арт-критику Вадиму Климову. Вадим, доброе утро. Доброе. Далеко ли Барнаулу до звания культурной столицы, пусть и Юга Сибири? Во-первых, так, значит, я говорил о том, что Барнаул, глядя в средства массовой информации сегодня, местные средства массовой информации, выглядит криминальным очагом, а не культурной столицей. Связано это заявление было с тем, что, на мой взгляд, местные средства массовой информации стали совсем мало писать о местных культурных событиях, что, в принципе, является частью составной концепции Барнаул культурная столица Юго-Западной Сибири. То есть мы должны показывать, что мы занимаемся культурой, а наши средства массовой информации перепечатывают пресс-релизы МЧС, МВД, поэтому, глядя на ленту новостей, мы смотрим, что у нас тут ограбили бабушку, тут два пьяных зарезали друг друга, и может быть одно сообщение о том, что в филармонии прошел концерт. Так, значит, эта информация востребована у читателя, слушателя, нет, телезрителя? Нет, это абсолютнейшее заблуждение редакторов, которые считают, что локальная читабельность, просмотры, рейтинги. Нет. Это абсолютнейшее заблуждение, которое пришло к нам из несчастных желтых американских изданий, трансформировавшись в 90-е годы от нашей неумения, непрофессионализма и там всякие спид-инфо и всю вот этот лайф-бред, и превратилось вот в то, что сейчас современные редакторы не хотят заниматься журналистикой. Вот о чем я говорил. Если мы не будем рассказывать, что у нас есть культурные события, а будем перепечатывать сводки МЧС и МВД, ну да, мы будем так и думать, что у нас ничего в городе не происходит культурного. Вот а только лишь СМИ залог успеха культурной столицы. Один из важнейших пунктов пропаганды культуры – это заинтересовать зрителя, чтобы он пришел. Если зритель не знает о том, что происходит в драмтеатре, или о том, что у нас происходит в филармонии, или там, я не знаю, в ДК Трансмаша, извините, он не работает, в ДК моторостроителей, вот, то он и не пойдет на это, то он и будет считать, что мы живем в культурной дыре. Давайте мы сначала покажем нашему читателю и нашему зрителю, что у нас интересное культурное пространство в городе, а потом будем уже на этом фоне убеждать соседей Томск, Омск, Новосибирск о том, что мы не культурная дыра. Но мы культурная столица. Мы очень хорошо насыщенный культурой город. Достаточно... Музей ремонтируют. Там... Подождите, про музей ремонтировать не надо мне. Сейчас я, то я достану сейчас саблю и порубаю все. У нас есть музеи, театры, у нас есть концертные площадки. Все это работает в массе своей. Это достаточно культурное насыщенное поле. Нам нужно его научиться пропагандировать для своего местного зрителя в первую очередь. А уж потом другим мы спокойненько докажем. То есть вы считаете, что местный зритель о культурных событиях не знает? Не информирован. Так стоит ли игра свеч? Может, ну ее... Да как не стоит? Это с культурной столицей Юга Сибири. Да нет, ну этот вообще проект забыли. Губернатор его предложил, он был интересно выдвинут, но плохо разработан. И это оказалась такая утопия. Управление по культуре просто переписало из одной бумажки в другую, дало другое название, и все это так и катится, катится, катится. Он работает, проект. Ну, понимаете, в чем дело? Это обыкновенный бюрократический проект. Он так и заглох где-то там. А как сделать Барнаул культурной столицей? Ну, я писал тогда губернатору по его же просьбе эту концепцию, и, на мой взгляд, она очень простая в исполнении, и... Действительно, за эти сейчас 5 лет, когда мы уже трепем эту тему, можно было многое сделать. Угу. Ну, то есть, действительно, к вам подходят зрители и говорят, почему мало рассказывается о культуре? Как вот... Ну, это не ко мне подходит, это уже общее место. Почему так ваше мнение, что телезрители... Это не только телезрители, читатели... Ну, среднестатистический житель Алтайского края зрители, не знает о культуре. Я надеюсь, на чем это основано? Да, на анализе средств массовой информации. То есть вы смотрите, как опять, по просмотрам? То есть посмотрела сюжет, условно говоря, от наших новостей. Даже по объему. Два просмотра, ну, вот, скажем так, убийство. У вас в неделю выходит 5-минутная программа о культуре. В неделю.
Вести культура 8 минут в неделю. Помимо этого еще есть новости, куда там тоже иногда не каждый день у вас сюжет про культуру. Не каждый день, так, согласитесь. Так. То же самое в всех других телевидениях. Телевидение самый мощный рупор средств массовой информации. Что происходит в газетах, это еще хуже. Там в «Алтайской правде» и «Вечернем Барнауле». У нас две газеты, в принципе, осталось. Ну, «Свободный курс» — это газета, конечно, но она уже больше живет в интернете. И два крупных «Алтапресса» и «Амител», «Амик», два крупных интернет-портала, в которых о культуре, кстати, очень тоже мало. Вот анализ всего этого, просто буквально, если вы не верите мне на слово, скоро теоретики с кафедры журналистики университета сделают подробнейший анализ этого. Я всем редакторам докажу, что их процент культуры свалился до 3-4%, а криминальные хроники они выдают 25-30%. И только потом о надоях и сельском хозяйстве. Спасибо, Вадим. Кинуть камень в свой огород мы сегодня позвали арт-критика Вадима Климова. С чем он успешно и справился?